Меня зовут Колмогоров Тимофей Георгиевич. С Павлом Колесом я познакомился осенью 2010 года. На тот момент я работал в Томском драматическом театре звукорежиссером. Зарплата моя в месяц составляла 16 тысяч российских рублей. Искусство НЛП я проверил лично на своей шкуре, так как моя супруга уже давно знакома с этими технологиями. И когда она открыла карты, что и как получается, я заметил свои перемены. И когда настало время, когда я был готов, когда она вскрыла карты, я был, легко говоря, в шоке. Я был в таком шоке, что сказал так: кто такой Павел Колесов, что это за технологии, мне срочно туда. На данный момент я директор агентства недвижимости. Сейчас мой доход составляет 2 миллиона российских рублей в месяц. Это просто супер, это радует, такие прям вообще супер, все хорошо. Проходил тренинги эксперт-руководитель, телефонные переговоры, достигатора, маленько программировать там 2 дня. Так, что понравилось на тренинге, я уже заявлял, что на тренинге мне нравится непосредственно практика. На мой взгляд, наверное, самая шикарная практика, что как-то все играючи, все легко проходит. На позитиве нет ощущения, что тебе надо это делать. Все играючи, в расслабленном состоянии. И эта игра потом переходит в жизнь, также все играет. Это очень хорошо. Что я для себя? Для себя я, что самое, наверное, ценное взял, это все-таки как-то раскрыться, снять всякие зажимы, быть просто самим собой и понимать, что все по большому-то счету не так уж и серьезно в этой жизни. Самое главное то, что я хочу, что мне очень понравилось. Я живу теперь с таким наслаждением. Ничего не парит абсолютно. Есть цель, идем. Другая цель, идем. Все замечательно. Кольцев Павел Борисович. Рекомендуем всем.